Ребята, нам не хотелось оставлять это без реплики, потому что вчера под нашим роликом на эту тему куча комментаторов написала нам, что командование ВСУ это не подтвердило и это фейк. И даже с насмешкой, мол, вы одну крылатую ракету сбить не можете, а кинжал при полете создает плазменное облако, его нельзя сбить, так что учите матчасть. Некоторые комментарии за хамство даже пришлось удалить. Так вот, матчасть нужно учить тому, кто такое писал. Во-первых, наши ПВО сбивают около 90% дронов и крылатых ракет, запущенных Залесским недовойском. А во-вторых, ракета «Кинжал» при подлете к цели теряет скорость, и тогда ее можно сбить, но аппаратами типа «Патриот» версии ПАК-3 или «Самтэ». Ну и в-третьих, в командовании воздушных сил ВСУ официально сообщили об успешном перехвате ракеты Х-47 «Кинжал» воздушного базирования, которая может развивать гиперзвуковую скорость. Об этом официально сообщил командующий ПС ВСУ Николай Олещук. Командующий подтвердил, что во время ночной атаки 4 мая Украина впервые сбила ракету «Кинжал». Да, мы сбили не имеющий аналогов «Кинжал». Это произошло во время ночной атаки 4 мая в небе Киевщины. Ракету Х-47 выпустил МиГ-31К с территории России, написал он. В общем, ребята, 4 мая стало днем обнуления одного из главных мифов Залесья относительно их так называемого гиперзвукового вооружения. И знаете, что это значит? А это значит то, что ЗРК «Патриот» уже под Киевом, при том версии ПАК-3. Ну а не имеющий аналогов в мире «Кинжал» оказался, как и все подобные вундервафе на Залесье, обычным распиаренным, сами знаете чем. Поэтому, друзья, не забываем про наш сборный ноут для производства новых видео и подписываемся под роликом на Ко-фи, спонсорство или Patreon. А также жмем там все кнопки, и будет вам, как в народе говорят, зачетище или даже плюсик в карму.